Парк «Водопад чудес» – это целый каскад развлечений на любой вкус. Здесь можно вдоволь насладиться водными аттракционами, а после – богатыми возможностями утолить голод. Предлагаем вам посетить банкетный зал «Кебаб-хаус». Именно здесь находится весьма вместительная сцена, просторное танцевальное пространство и шикарная мясная кухня. А предлагаемый ассортимент удовлетворит вкус даже самого искушенного посетителя. Здесь вы также можете провести романтический вечер или банкет компанией от 10 человек. Успейте забронировать место для корпоративов и свадебных торжеств. У нас огромный ассортимент блюд, которые мы готовим на мангале. То есть блюда грили. Свинина, мякоть, баранина, говядина, курица, рыба. Все, что вашей душе угодно. Приятно используя провести время всей семьей или веселой компанией, также можно в сауне при аквапарке. Пар освежает тело и успокаивает душу. Здесь великолепная трехуровневая парная комната с финским паром, обшитая липой, самым экологически чистым материалом. Бассейн с проточной водой, экологически очищенной и доведенной до голубого цвета. В сауне вы сможете не только снять стресс, но и отвлечься от ежедневной суеты. В сауне при аквапарке можно отдохнуть компании в сауне с бассейном до 8 человек. Если свыше 8, то идет у нас небольшая доплата 100 рублей за каждого лишнего в час. У нас работает в аквапарке ресторан «Лагуна». Там можно попросить меню и, пожалуйста, пригласи официанта, вас обслужат на высшем уровне. Также при «Водопаде чудес» работает удобный хостел. Недорогие и комфортные отели во всем мире пользуются огромной популярностью. Особенно среди активных и мобильных туристов, а также молодежи. Здесь возможно размещение до 40 человек – абитуриентов и студентов, приезжающих на поступление в учебные заведения, спортивных команд и творческих коллективов. Сутки обойдутся всего в 600 рублей. И куда же без приятных бонусов? Проживающим в хостеле скидка на посещение аквапарка 20%. Все еще не знаете, как провести время с пользой? Аквапарк «Водопад чудес» – это уникальное место для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, не покидая города.